И всем привет! С вами Каиса, и я продолжаю проходить Resident Evil Код Вероника. Resident Evil. Оригинальную дримкастовскую версию американского региона. Так, на чем мы с вами остановились? Давайте уберем ленту. Мы с вами остановились на вот этой вот двери, и тут головоломка. У меня появилась идея некая. Так, как тут надо влево, лево, вправо, это первая цифра. Потом влево, потом вправо, потом вправо, право, право. Так, лево, право. Давайте лево, право. Это первая цифра. Один. Один. Запоминаем. Потом влево. Один, девять, вправо. Так, один. Один, девять, семь. Еще и три раза вправо. Раз, два, три. 1971. Давайте попробуем вот этот вот код ввести в компьютер. 1971. Готово. Действительно, код оказался верным. Вау, Бандерснач. Да отпусти ты. Отпусти, тебе сказал. Давайте подлечимся. Кажется, я его застрелил. Да, но он меня потрепал, конечно. Этот Бандерснач ваш. Так, и у нас открылся секретный проход. Вот тут вот. Ну что, пойдем туда, подлечимся и пойдем туда. Что нас здесь ждет? Возьму-ка я зажигалку. Возможно, тут летучие мыши. Возможно, нет. Тут какой-то проход у нас. Переход какой-то куда-то. Вау, у нас тут лестница наверх. Ну, поднимаемся. Куда я попал? Хрен знает. Опять ты. Черт, да что ж такое-то?
возьму гранатомет сейчас. Как? Насажу его, козла вонючего. Да что ты такой-то? Сдох отсюда. Эх. Ой, еще один идет. Ну да, обязательно меня надо было два раза ударить. Склеп какой-то. Не знаю, лекарства нету. Что делать? Я вообще не знаю. Что там еще идет? Бандерснач. Ну ладно, поднимаемся дальше. Трава, что ли? Но трава красная. А зеленая будет? Заходим дальше. Да, вообще непонятно, что там. Дальше. Мыши. У меня есть зажигалка. Так, отсюда я пришел, да? Кажется, отсюда. Тут какие-то куклы. В общем, жесть какая-то. Повешенный. Или повешенная. Лестница наверх и дверь вправо. Давайте в дверь пойдем. Может, это и неправильно. Ты кто? Зомби? Тут я потрошки вижу. Опять Бандерснач. Да ё-моё. Задолбали вы. Так, тут дрова вообще. Сюда зажигалка нужна. Где бы найти лекарство? Все, просрал. Лента. Я нашел ленту. Да ленты у меня жопы ешь. Ты мне лекарство дай. Игра. Так, арбалетные стрелы вижу. А, у меня есть же зажигалка. Чё я туплю-то? Давайте заюзаем её. И зачем мы зажгли тут дрова? Возможно, они выгореть должны тут или как? Непонятно. Дрова, вы тут зачем? Скажите мне по секрету. На самом деле мне не очень это понятно. Может, потом надо будет сюда вернуться вновь.
Выходим, ладно. Давайте подниматься наверх. Что это такое? Это не дверь. Нет, это ни разу не дверь. Вообще непонятно, тут все сломали что-то. Лестница еще выше. Это что такое? О, спрей, лекарство. Лекарство мое дорогое. Патроны. Тут дверь. Ладно, пошлите в дверь. Возможно, сейчас будет больно. My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Так, трава. Замечательно, вторая хилка. Так, и мы вошли к ним в дом. Вот, Алексей. Какая-то дверь. Бюст. Патроны. Книжная полка. Кукла какая-то. Это что за фигня? Картина. Дверь открыта. Открыта дверь. И там тоже была дверь. Замечательно. Мы вошли в спальню. Что тут у нас? Ага, у нас тут какая-то карточка. Алексия Эшфорд. Кровать. Так, давайте шкатулку посмотрим. А, сюда надо вставить кого-то. У нас никого нету. Ладно, уходим. Пойдем в другую дверь сходим. В другую спальню. Вот сюда вот. Так, что тут у нас? Прекрасная мелодия играет. А, вот тут есть лестница, кстати говоря.
Но почему-то пока она не хочет туда лезть. Так. Чего стало? Тут что-то есть. Тут есть ключ. Вау, 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 вау. Вы чё так пугаете-то? А тут что есть? Сюда надо принести же вот этого насекомого, вот этого. Как оно называется? Так, а откуда ключ? Серебряный ключ. Ага. Кажется, я видел двери. С таким ключом. Так, мне кажется, или тут какой-то ошейник у нее одет? Или кажется? Ну, не ошейник, а этот. Браслет, или как он называется. По-научному. Так, ладно. Выходим. Я надеюсь, Бандерсначи не респаунились там. Это что за темнота? Хрен его знает. Куда пойдем? Обратно. Обратно пойдем. Мы получили серебряный ключ. Да, тут у нас по-прежнему мыши. Его как хорошо, что у меня есть зажигалка, на самом деле. Без нее здесь бы было бы жестко, конечно. Если бы я уже у меня ее не было, не оказалось. Есть какие-то свечи незажженные. Что у нас было там? Тут у нас были дрова и Бандерснач. Для чего я их поджег? Или это просто так все? Типа освещение, нет? Я не думаю, что это просто так. Но я буду возвращаться сейчас. Возвращаемся назад. Надеюсь, не респаунились. Бандерсначи, блин. Так, это у нас переход. Ладно, возвращаемся. Еще назад. О, тут трава была. Я ее не заметил. Это синяя, что ли? Нет, использовать я ее не хочу. Надо место найти под нее. Так, ну тут нам вообще больше не ноль эмоций на все это дело. Ну, пойдемте сохранимся, что ли, я не знаю. Эх. Ленты реально много. Арбалетные стрелы.
эти штуки, у меня еще две их. Так, ну я сохранюсь все равно. Так, убираем ленту. Чем этот кейс открывать, тоже непонятно. Пойду заберу синюю траву там. То как-то нехорошо оставлять ее. А кто меня тут отравить сможет? Вот мне интересно. Давайте пока уберем, потому что отравления пока что нету. Так, ну вооружаемся пистолетом. И идем открывать двери. Тут у нас закрыто, да? О, я вот сюда могу использовать серебряный ключ. Ну что ж, заходим. Посмотрим. Тут у нас есть патроны. Отлично. Это сделать, чтобы хорошие стрелы себе для арбалета. Так, один жетон нужен нам. Или что? Трава. Трава — это вообще здорово. Рояль. Так, тут есть рояль. Чё, играть на нем можно? Вот такой вот вид. Отсюда он по нам стрелял или откуда? Да, надо, вероятно, найти будет жетон. Давайте зажигалку зажжем. Может, Клэр не видит сейчас что-то очевидного? Нет? А чё с пианино? Точнее, с роялем. Тоже чего-то не хватает, что ли? Я бы не сказал, что у меня прям много чего есть такого. Ладно, пошли отсюда. Видимо, пока рано. Так, ну пойдемте уберем, изготовим стрелы себе получше стрелы изготовим себе. Побольше вот таких чемоданчиков. Может, подлечиться? Пока не буду. Ладно, пойдемте дальше.
Где-то у нас была еще серебряная дверь. По-моему, там, в этом коридоре. По-моему, вот это что ли? Ага. Кажется, мы открыли серебряную дверь. Опять ты. Да сколько можно-то, ё-моё. Отпусти, гад. Убил, гад убил. Сволочь, они зажали. Ну, Бандерснатчи. Ну, мерзавцы. Resident Evil. Сволочи. Пойду тогда в первую очередь их выносить. Значит, при оранжевом ХП уже очень опасно находиться. Ну где ты, мерзавец? Чёрт, блин, не успел я. Добил, сволочь. Эх. Сволочи бесячие. Вообще неудобные враги. С расстояния стоишь, они тебе достают. Сблизи достают. Ну, есть только с очень большого расстояния к ним стоять. Но тут их две штуки. Отпусти, гад! Чё, я двоих, что ли, загасил? Да, я загасил двоих. Потому что достали. Куда я попал? Чё это такое? Чё, какой-то файл Ханка, отчёт. Это что за журнал такой? Ничего. Никакой реакции. А если подсветить? А, эмблема. Тут у нас эмблема находится. Кажется, я знаю, куда ее нести.
Я бы вернулся бы туда на самом деле. Если я правильно понял. Так, надеюсь, что вы больше не появитесь тут. Чего? Может, надо использовать? Нет. Что надо-то? Как мне этот дисплей-то вывести? Ладно. Пошлите назад. Будем считать, что тут больше ничего не было. Ну, пойдемте опять сходим в ту дверь наверху. Да, берем патроны, стрелы. Хотя, знаете, давайте сейчас подлечимся. Возьмем две травы. Вот эту штуку. Сюда что-то надо вставить будет. Этого чего-то у меня пока нет. Видимо. Тут у нас точно ничего нету. Я буду сейчас, наверное, возвращаться. Потихонечку. Туда вот, куда эту, я думаю, куда эту эмблему надо использовать. В начало игры почти. А если, например, вот эти использовать с этим чемоданом? Возможно это? Нет. Так нельзя делать, да. Так, убираем. Эх, чё бы взять бы? Вот эту штуку, может быть, взять, сходить их поставить, куда я думаю. Давайте потом, это не горит как бы. Пока возьму в руки пистолет. Там неприятно то, что опять мимо зомби, которые вечно респаунятся, там пробегать. Мы выходим. Чё, кто-то появился? Ну, Клэр никого не видит. Есть только тут опять бандерсначи обитают. Да, пойдемте в начало игры. Как она у нас называется, эмблема?
Good plate. Появится ли кто-нибудь тут? Так, почему? А, у меня сейчас нет огнетушителя, окей. Да, ну опять зомби. Блин. Мужики, как вы сейчас встанете? Смысл их убивать вообще ноль. Если только мне тут туда надо будет бежать потом. Чё, кто-то появится? Могли бы тут собаку еще какую-нибудь выпустить. Ладно, идем сюда, к металлодетектору нашему. Опа, мужики появились, зомбики. Ну их я, конечно, устраню сейчас. Вопрос, сколько их? Так, этот готов. Стоп, а я где-то могу пистолет улучшить? Или я его мог улучшить тогда? Или не мог? Кто еще? Где? Чё, там никого нет, что ли? Да, тут никого. Если я все правильно понял, вот, если я все правильно понял, вот сюда надо еще что-то положить, или нет? Не. Вот сюда эту надо эмблему, нет? Да. Вау. Мясо, 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 мясо. Так, у меня закончился. Два зомби. Так, а чё тут произошло? Кто-нибудь мне объяснит? Да, мы открыли вот здесь проход. Заходим. О, ты еще живой. Кто так долго живет, а? Так, трава зеленая. Тут дверь какая-то. Опять бочка. Так, куда пойдем? В дверь? Ну, пошли в дверь. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, какой-то прокачанный зомби будет. Или нет? Надо же, у нас тут спрей есть. А, ну да, это медицинский пункт.
Что у нас тут такое? Опять какой-то анатомический дневник. Че, все что ли? Так, вот у него глаз. Че сделать надо? Или вставить... А, ему вставить надо будет второй глаз. Там откроется проход. Вот отсюда, кажется, кто-то вылезет. Ну да, вот, оно уже шевелится, это тело. Пойдемте сюда сходим. Слышь, ты, тело. Тут еще кто-то ходит. Трава красная. Где ты? Ты что, еще живой, гад? Так, хотя бы этого устранил. Отбегаем. Четверых зомби завалили. Ух, ну и дыра тут. Давайте хилку сделаем. Надо как-то восполнять потери. Какие-то цепи. Морг, да, походу? Или крематорий это? Крематорий, наверное. Тут, походу, сжигали тела. Или нет? Ой, блин, это эти. Тут на кол, походу, сажали. Ё-моё. Еще один чемоданчик. Еще один чемоданчик. Я не знаю, что с ним делать на самом деле. Вообще даже не имею представления. Или он просто откроется? Давайте посмотрим. Откроется ли он просто? Нифига он не откроется просто. Наверняка отмычка нужна, чтобы открыть его. Так, ну ладно, берем пока патроны к пистолету. Так, что с телами делать? Хрен его знает на самом деле. Не похоже, что тут надо что-то еще делать. Вообще не похоже. Ну чё, пойдем назад или как? Ну пошли назад. Тут сейчас, правда, у нас кто-то будет. Нехороший. Ой, да ладно тебе. Ну давай, давай, открывайся уже. Твою мать. А, вот, вот, вот. Зомби. И он... Он быстрый зомби. Отвали, скотина. Да отвали ты, блядь.
отвалили, быстро все отвалили. Два раза укусил, гад, а? Так, у него глаз есть. Как мое состояние? Не очень хорошее, давайте подлечимся. Так, я взял у него глаз. Доктор, блин, хирург, недожаренный. Да, и вот этот вот глаз... Давайте его осмотрим. В общем, хрен его знает. В общем, вот сюда его надо вставить. Тут какой-то проход открывается. Я вот думаю, не пойду я пока туда, в тот проход. Надо сохраниться где-то. Патронов еще мало. Выходим отсюда. Позже сходим в тот проход. Че, опять кто-то появился? Или это на бочку нацеливает? На бочку. Тут дверь у нас есть. Keep out. И тут у нас вот ящики. Да, они нам мешали выйти. Они мешали нам. Так, патроны вижу. Ага, вижу патроны. Замечательно. Тут вот надо заниматься... Так, как будем толкать ящики? А тут надо много их толкать. Я вообще думал, вот этот надо отодвинуть только. Хотя, туда она залазить не хочет. Ну и все, что еще-то нам надо? Может, вот этот ящик, конечно, наверху подозрительный. Но я, честно сказать, не знаю. Ладно, открываем дверь. Да, мы попали в знакомую с вами комнату. С какой целью? Черт возьми, да ну нафиг. Черт, тут еще один. Гад укусил за ногу. Ладно, черт бы с ними. Please deposit any metallic items you have in the security box. Нет, система, ты не права. Я пришел, чтобы забрать. Заберу я гранаты. Подозрительный вот этот вот ящик. Серьезно, он какой-то подозрительный. Как будто... С ним надо что-то делать. Ладно, выходим отсюда.
Куда пойду я? Куда я пойду? Я хотел еще кое-что попробовать. Так, вот эта дверь, она не открывается. С этой стороны. Так, ну мы занимаемся пока перетаскиванием с места на место. Ну вот убиваю я тебя, козлина ты сраная. А, я тебя убил уже. Тварюга вонючая. Подходит другой козлина. Вы достали уже тут, понимаете? Готовы. Но они опять потом возродятся здесь. Задолбают меня своим появлением. Эх. Я хочу попробовать кое-куда сходить. Может, я тупанул в прошлой серии, и я мог пистолет себе собрать более мощный. Поэтому я не знаю. Если это действительно так, то это... Был жесткий тупняк мой в прошлой серии. Да, я хочу сходить сюда. Надо еще арбалет забрать. Вот о чем я подумал. Так, где бы лучше пройти? Это все дело. Пойдемте здесь. Но если тут кто-то появился. Да, и карточка мне больше не нужна, кстати говоря. Так, а где то место? Хрен его знает. Но я иду к ящику. А ящик у нас был тут. Да, тут у нас был ящик. Вот здесь вот. Надо все убрать. Опять кейс какой-то странный, подозрительный. Эта дверь по-прежнему закрыта, да? Ну да, по-прежнему она закрыта. Так, а что у нас было тут? Вопрос. Я вот не помню нифига. А, тут я смотрел в эту штуку.
А, я еще не все посмотрел. Но тут я обнаруживал код. Как нет? 1126. Вот для чего-то этот код нужно использовать. И в принципе все. Это альбиноид, информация какая-то об альбиноиде. Это лифт. А это куда ведет? Вот не помню я. А, это ведет. Мы тут ничего не сможем сделать, да. Мы тут проваливались. Кстати, Стив ушел, интересно, или нет еще? Давайте съездим на лифте на первый этаж. Хотя не уверен, что на первый именно надо нам. Я просто не помню. А тут что у нас? Тут у нас такая вот комната. Типа, тут не хватает картины. Да, вот не хватает здесь картины. Тут есть еще печатная машинка. Окей, это куда ведет все дело? Куда это ведет? А это ведет как раз к Стиву. Стива уже нету здесь. Вот тут еще какой-то проход. И тут не хватает какой-то батареи. Или что-то такого. Ладно, поехали в подвал. Значит, я в подвале видел эту штуку. Также я там видел двух бандерсначей. Которые респаунились. Тут не хватает как будто бы лестницы. Тут она как будто бы сломана. Так, нет. А где это было все дело? Погодите, тут кто-то появился? Нет, никто не появился. Вот сюда нам надо. Я хотел попробовать. Вот сюда, да, вот эта комната. Тут что? Гранаты я не смог взять. Нужна отмычка. Вот здесь вот. Я могу использовать пистолет? Как нет? А как тогда? Ханган? Части для пистолета. Я не... А, или это Крис только сможет использовать? У нас какой вообще пистолет-то? М93Р. Значит, мы не можем это сделать.
Да, и Клэр не, у нее нет такой способности, значит. Значит, я ничего не потерял. Там опять респавнились бандерсначи. И это меня достало. Если честно. Сколько можно вас убивать? Козлы вы такие. Пойти сейчас. Убить их. Рискнуть или не рискнуть? Пошли они нафиг. Вот честно. Эх. Я могу вылезти тут. Рычаг еще зачем-то в таком положении. Допустим. Пойдемте сходим. Вот сюда вот. У нас наверняка арбалет будет. У этой ручки нет двери. Я что, так могу спокойно взять и пропустить катсцену? Я ее уже пропустил, на самом деле. Получается. Ладно, берем арбалет наконец-то. Записку. Один, один, два, шесть, да? Я открыл дверь. Твою мать, зачем я это делаю? По-моему, тут сейчас что-то эпичное будет. Я вижу кислотные гранаты. Он уже мертв. Да, это вот в эту комнату мы смотрели. Как бы из камеры. Тут ничего полезного. Эта хрень не открывается. А, вот этот альбиноид-то, ё-моё. Он, походу, выпрыгнет. А, мы взяли картину. Так, у меня мало времени. Да нет же. Покидаем это место. Покидаем быстрее, быстрее. Ну все, а карточку я выбросил.
Может, и зря я ее выбрасывал. Давайте подлечимся. Ну, мне кажется, туда мне уже больше и не нужно просто идти. Мы взяли картину, вот эту вот. И кажется, я знаю, куда эту картину. Ладно, пойдемте сохраняться. Появилось у меня такое желание пойти сохраниться. Так, кислотные гранаты. Хотя я еще не все перенес далеко. Арбалет. Можно пока убрать его, в принципе. Берем ленту и сохраняемся. И завершаем эту серию. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.